Всем привет, дорогие друзья, с вами Локи, продолжаем играть в Южный парк. Мы, как вы помните, в прошлую серию закончили на убийстве партии эльфов. И сейчас будем продвигаться дальше. Нам сообщили, что того, кого мы ищем, не было дома. Так, а это у нас чей дом? Посмотрим. Прошло у нас сохранение. Так, забираем здесь все, забираем деньги. Так, тут ничего нет, да? Давайте на кухне глянем. Эликсиры, целебные есть. Вот целебное снадобье, это, конечно, здорово. Так. Трусы, деньги, целебный эликсир. Привет, дружок. Новое задание. Ого. Флешки, микрочипы, хорошо. Деньги, видеоигра. Тоже забираем. Найдите iPad. Он около церкви. Как я понимаю, мы получили небольшое такое мини-задание. Здесь нам не зайти, а вот в ванну мы сходить можем, друзья. И поэтому сейчас вы знаете наверняка, что мы будем делать. Кто уже догадался, поставьте лайк. Мы будем выбивать говняшку. Погнали! Успел. Говняшку получили. Надо будет как-нибудь ее опробовать в бою. Ну и все. Все, теперь можно отсюда валить. Пойдем на поиски. Открываем. Тимми пока нам не нужен. Пройдемся до самого конца. Так, что у нас тут? Тут есть лестница. Так. Лесенка. Есть. Что на чердаке? На чердаке какое-то странное устройство, а в него можно выстрелить? Нет, к сожалению, стрельнуть в него нельзя. Так, а вот эта коробка. Нет. Коробка с коробкой тоже ничего не сделать. Воу. Так, чей это дом? Оу. Извините. Не хотел. Дальше можем пройти, да? Полицейский участок. Забираем немножко денег. Тут ничего. А вот здесь может быть деньжатки. Так, а можем обойти машину, чтобы пройти к рюкзачку? Да. Целебный эликсир. Я предлагаю, друзья, все-таки... Опа. Привет, дружок. А ты что тут делаешь? Угу. Еще немного краски. Мы с тобой почему-то поговорить не можем. Вообще какой-то неживой парень. Ладно, в магазин мы пока не идем, друзья. Пойдем все-таки по заданию. Я думаю, что нам еще предстоит все это пройти. И сейчас нам Тимми, я думаю, поможет. Так, поедем, поедем, поедем сюда, сюда. Вот сюда. Ну,
Так. Давайте посмотрим. Может быть, что-то можем продать. Так. Старая губка. Это, я думаю, все можно продать, если что, потом можно выкупить. Так, продаем. Продаю, друзья, все. А, выкупить что-то уже ничего нельзя. Продать оружие. Так, снаряжение. Это мы пока не можем. Так, посмотрим, можно ли... А вот выкупить ничего нельзя. Ладно, я думаю, это было не столь трагично. Выходим на улицу. И идем. Так. Все надо разнести. Тут понятно сразу, что Картман обитает. Крышки от бутылок. Так. Угу. О! Да, ты думаешь? На! Еще на. Вылезай оттуда. Не хочет он вылезать. Этот эльф. Чей это дом у нас? Я думаю... Ага. Сейчас Стэна нет дома. Hey guys, grab a beer and join me for Sports Center. Пивка захватить. Целебный эликсир, большая порция. Эликсир скорости, хорошо. Я думаю, сейчас тоже наверх сгоняем быстренько, посмотрим, что есть у Стэна. Очередные какие-то плакаты. Так. Ого. Еще одни труселя. Вперед. Вправо-вверх, вправо-вверх, вниз. Угу. Какие-то клады. Так, фотография Уэнди. В рюкзачке у тебя учебник, калькулятор. Ну, друзья, я думаю все-таки, что все эти вещи тупо для набора денег. Что ничего особо такого они... О, черт. Так, ну и... Так. Забираем. Ну и погнали. Да, бесплатное желание, Баттерс. Все как всегда. Ну все, друзья. На. Очередное дело сделано, так сказать. У всех уже посрали. И выходим. Так, гараж. О, гараж можно открыть. Так, а тут есть очередная лестница. Поэтому выстреливаем. И здесь какие-то сокровища. Мантия, хорошо. Друида. Отлично. Так. Welcome to the neighborhood. Еще одно добавление в друзья. Этот дом у нас запер, думаю, гараж тоже. Да. Есть еще одна игрушечка, друзья, и отправляемся туда подальше. Так, смотрим. Бочонок. Так, забираем.
Тут есть что-нибудь? Есть рюкзачок. Попугая, к сожалению, мы не можем опрокинуть. А вот сюда наверх-то как? Можно подняться, нет? Можно. Так, понятно. Это Айк. О, сейчас чувствую. Наберем друзей. Да чё это я странный-то? Ну, подумаешь, в мусоре копошусь. Так, вот здесь, друзья, мы можем покупать эликсиры, понятно. Ой-ой-ой, вот какой-то король попался. Ты мертвец, атака усилена. Оп. Баттерс отбился, молодец. С тяпкой такой. Зверёныш. Баттерса почти изничтожили. Ну, я думаю, сейчас мы сделаем хорошую способность. Щит мы ему не пробили, да? Так, Баттерс. Что ты у нас можешь сделать? Давай-ка эликсир. Побочных эффектов. А, блин, это ж только на побочку. Ладно, Баттерс сможет. Хорошо. Бонус к защите. Тыкнули. О, блин. Вот теперь у нас здоровья-то маловато. Надо большая порция целебного эликсира. И сильную атаку проведем. Давай-ка, Баттерс, ты тоже. Маленькая порция, маленькая. Ладно. Съедим шоколадочку. Немножко жизни. И в атаку. Молот Баттерса. Почти его прибили. Тяпочник сейчас... Нет. Тяпочник спас. Ага, хорошо, добиваем. Добиваем этого. Один готов. Баттерс, очередной целебный эликсир, чтобы не умереть. И способность. Молот. Вращай, когда увидишь вспышку. Вот она как работает. Круто. Неплохо побалдеем, да? Все, добиваем. Хе-хе, победа, друзья, победа. Забираем. И здесь тоже забираем. Кто тут у нас такой маленький спрятался? Come play hide and seek with us, you're it. Так, их шестеро. Прятки. Значит так, да? Найди прячешься детей. Ну ладно, давайте поищем. Давайте поищем. Интересно, где они спрятались. Вообще здесь или на всей площадке? Так, ладно. Мне такое чувство, что они вообще, ребят, спрятались по всей карте, а не только тут. Их было, по-моему, шестеро. Так, очередная точка телепортации. Но давайте сначала взглянем на карту. У нас два новых друга. Отлично, отлично. Так, карта. Нам можно пойти вот сюда. Что, я думаю, сейчас мы и сделаем. Задание. Разблокировать все флаги, прятки.
Обыщи город, чтобы найти прячущих детей. 6 штук. Обыщи территорию вокруг церкви, чтобы найти iPad. Давайте посмотрим, где у нас церковь. Церковь, церковь, церковь. Церковь. Угу. Вот это. Да, вот здесь. Но это в самый-самый конец. А сейчас, я думаю, мы отправимся вот сюда. Twig Bros. В кафешку. О! Can you keep a secret? Neither can I. Умеешь хранить секреты? Я тоже нет. Ну, молодцом. Так, а как нам... Ага, вот. Отлично. Снеговик получил по морде. Douchebag, we aren't really being good teammates here. Can we get back to the quest? This movie is really sweet. Too bad you guys can't see it. Psst. Psst. Опа, ты кто такой? Over here. Don't worry. I'm not here to hurt you. It's me, Al Gore. You know, Al Gore. I'm super important. All right, look. I've detected some very strange activity in this area. I believe we are dealing with Manbear Pig. Yes, the Manbear Pig. I know you're scared, but I need help. Take these and place them in the location specified on the Manbear map. Pig. And now I'm going to make you my friend on Facebook. This is very prestigious. You have my email now, but don't give it out to anybody. I'm super ethereal. Hurry! We must know if Manbear Pig is here or not. Какой-то чел медведа-свин. Вот так вот, друзья. Посмотрим карту. Новый друг. Карта. Нам нужно вот здесь установить. Вот здесь. Раз, два. Сколько, интересно, всего этих точек? 3. Да? Ну, ладно. Ладно, ладно. Давайте сейчас тогда, я думаю, сходим вот сюда на ферму. А потом уже пойдем по основному заданию. Прикрепи. Так, что это здесь у нас? Как-то выстрелить сюда можем? Нет. О, деньжат с той стороны. Теперь тут. Очередная точка для Тимми. Воу-воу. I'll give you a good price. Снаряжение. Бандана. Оружие. Мертвая птица. По 2 бакса. Имидж. Ну, понятно, это у нас торговец. Так, хорошо. Что нам это даст? Попадаем через забор, да? Мы хоть туда идем? А, нет, мне кажется, надо было идти подальше. Ну, может быть, ребят, я сейчас пожалею о том, что пошел сюда. Смотрите-ка, благодаря... Профессор Хаус, Баттерс. Так, у нас новое достижение, 12 друзей. Профессор Хаус. Ну да, Баттерс. Никто и не дога... А, нет. Это здесь Баттерс пытается узнать,
кто такой мистер кто? А ты, Баттерс, конечно же, не догадываешься, кто это, да? Так, эликсир скорости. Ладно. Пора отсюда валить. У нас новый друг. Давай, выходим отсюда. Так, отлично. Но, к сожалению, смотрите, дальше-то мы пройти не можем. Выходит, только тут. Давайте зайдем, посмотрим, что есть в магазине. Логово Баттерса нам уже понравилось. Так. Так, а почему-то не открывается. Странно, странно, конечно. А, во! Круто. Открыли мы ворота. Но нам, друзья, надо-то не сюда, а вот туда куда-то. Так. Проходим дальше за машину. И... Опа! Кого-то здесь... Крысы убивают. Эти крысы обычно уносили тело Кенни. Так. А куда нам, друзья, нужно? Мы пришли... Так, это новый друг. Хорошо. Да, где-то здесь нам нужно Челмедосвин установить. Какую-то штуку. Посмотрим в нашем инвентаре. Есть у нас что-то интересное. Так. Тут нету. Так, ладненько. Воу. Перчатки нам пока не одеть, это тоже. А я хотел... Так, способности пока тоже... Вот, прикрепите сенсор к трансформатору, к флюгеру. Так, где флюгер? Флюгер там дальше. А, я нашел одного. Одного мальчугана из шести. Так, вот здесь проходим. Нет, нельзя пройти. Как нам тогда туда попасть? Ой-ой-ой. Ладно, попробуем пройти тогда через загон. Здесь-то тоже нигде не выйти. Так, а эту корову можно ударить? Нет, тоже нельзя, да? Нет обычного пути, зайдем не через обычный. Так. Поставили. Есть, один предмет у нас поставлен. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, на этом мы и закончим эту серию. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте побольше лайков, оставляйте свои комментарии. С вами был Локи, увидимся. Всем спасибо и пока-пока.